Безопасность пешехода во многом зависит от самого пешехода. Главное, что он может сделать, быть заметным для водителя, а также знать правила дорожного движения. Для предупреждения аварии с участием детей представители Люберецкого ГИБДД провели акцию «Засветись, стань заметней на дороге». О том, как это прошло в школе номер 7, расскажет наш корреспондент. Посторонитесь, поберегитесь, едет необычный экземпляр. Так весело у школьников младших классов началось путешествие в страну правил дорожного движения, где в игровой форме им объяснили, как необходимо вести себя на дороге и что нужно, чтобы быть заметным. Подобные акции направлены на профилактику детского травматизма и проводятся с начала осенне-зимнего периода. Мы такие акции проводим уже давно, и вопросов, что такое светоотражающие элементы, мы получаем утвердительные ответы. Уже все прекрасно знают, что это такое. Главное нам теперь добиться того, чтобы эти светоотражающие элементы находились уже на одежде или на рюкзаке. От того, насколько хорошо мы заметны на дороге, зависит наша жизнь. На акции «Засветись» дети получили не только полезную информацию, подарочные брелки, но и сами для себя изготовили светоотражающие браслеты. Я выстригала по трафарету и сама придумала, что можно выстричь. И теперь меня будут видеть не только машины, но и остальные люди из-за браслетов. Светоотражающие элементы – это необходимый аксессуар как для детей, так и для взрослых. Самое элементарное, что нужно сделать родителям, это проверить знание правил дорожного движения у своего ребенка и наличие фликеров на его одежде. И, конечно, самим быть внимательнее на дороге. Мария Антонова, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.